И если посыпавшимся деньгам радовались только начинающие предприниматели, то этой новости сегодня радовалась вся страна. Ваня Фокин, который чудом выжил под завалами дома в Магнитогорске, сделал свои первые шаги. Видео самостоятельной прогулки малыша сняла его мама Ольга и поделилась радостью в социальной сети. Осторожно, с небольшими остановками Ваня делает свои первые шаги. Сейчас мальчику год и 7 месяцев. Раньше мальчику это не удавалось из-за нарушения функции нерва на ноге, в том месте, где был перелом. Об этом говорила его мама. Стопа вставала неправильно, от этого и равновесие держать было сложнее. Сейчас малыш окреп и уже чувствует в себе силы для небольших прогулок. Но ему все еще требуются курсы реабилитации и обследования. Напомню, ребенок пострадал при взрыве жилого дома в Магнитогорске. Трагедия произошла 31 декабря прошлого года. Погибли 39 человек. 10-месячный Ваня Фокин чудом выжил и провел на морозе под завалами 35 часов. Мальчик получил серьезное обморожение и перелом, и его отправили в Москву. Сначала поврежденную ногу планировали ампутировать, но благодаря усилиям врачей ее удалось спасти. Затем долгий курс реабилитации в Челябинске, и теперь Ваня Фокин может ходить. Магнитогорцы уже назвали мальчика героем и желают ему здоровья.